Алла Борисовна, дело время, потехи час. Пора начинать концерт. Роман Емельянов, наставник категории самых молодых. Кто сейчас выйдет на эту сцену? Талантливый парень, с моей точки зрения, один из претендентов на победу в «Факторе А». Неспроста споет песню Валерия Меладзе «Иностранец», потому что сам приехал из далекого Подмосковья. Ярослав Дронов. У меня лично сегодня возникло уже некое такое ощущение, что чего-то как-то немножко мы застоялись. Постоянство – признак профессионализма, я считаю. Пора начинать уже что-то лепить, более конкретное, более четкое, более осязаемое. Потому что он уже должен раскрываться как некий образ. Так к тебе претензий нет, не по голосу ничего, ты молодец. Ладно, только не забывай о том, что ты молодец. Она выражает свое мнение, и никаким образом, я думаю, что ее невозможно подкупить и сказать, чтобы Алла Борисовна, расскажите, что вот Дронов, он там такой хороший, такой замечательный. Я проснусь завтра, и я начну это анализировать, я пойму, что это прошло, и нужно двигаться дальше. Ярослав Дронов. Ну что ж, Ярослав Дронов, как сказал Александр Дюма, легче всего сбываются те мечты, в которых ты не сомневаешься. Когда ты выбирал эту песню, ты не сомневался в ее выборе? Абсолютно не сомневался, потому что, как мне кажется, в этой песне есть все те музыкальные направления, которые мне близки, которые мне понятны и которые бы мне в будущем хотелось бы развивать. Ну что ж, сейчас мы посмотрим, близки ли эти направления членам нашего жюри. Лолита Милявская. Вы знаете, Ярослав, столько уже программ у нас прошло, но очень хотелось бы к чему-то придраться, потому что, конкурсанты все равно иногда выступают неровно. Или кто-то стоит на одном уровне и не развивается.
У меня нет ни одного слова ни в одну сторону, ни в другую. И я хочу сказать огромное спасибо за эту интерпретацию песни, за шаманство, которое всегда ворожит и притягивает зрителя. Спасибо. Спасибо, Валерий. Игорь Юрьевич. Мне очень нравится музыкальный, тонкий, интеллигентный человек, молодой человек Ярослав. Песня, при том, что она известная, она абсолютно не прозвучала, как песня, срисованная с Валерием Меладзе. И даже я обнаружил, что там есть в припеве понятие «танец». Пусть он белый, но все равно вы начали пританцовывать в этот момент. И как бы для меня это было совершенно новое прочтение этой песни. Вообще мне все нравится то, что вы делаете, Ярослав. Спасибо. Спасибо большое, Игорь. Спасибо, Игорь. Слово наставнику. Роман Емельянов. Я почему-то вспомнил отборочный тур. Была очень жесткая конкуренция в категории до 25 лет. Было очень много разных ребят и девчат. И очень многие удивились моему выбору и говорили, ну вот зачем, зачем ты, ну что... А я теперь я вижу, зачем. И я рад, что все это видят. Спасибо тебе большое. С чем мы вас и поздравляем, Роман Александрович. Ну, мы все ждем главного вердикта. Алла Борисовна, ваших слов. Да, вот на сцене стоит практическое олицетворение нового поколения звезд. Вот такие они должны быть. Уверенные, знающие, что делать, симпатичные, с голосами хорошими. Но... С одной стороны, прям вот явно, да? А с другой стороны, сколько же вам придется еще, Ярослав, если вы выдержите, самоутверждаться? Я вам желаю сил не только на то, чтобы побеждать, но и на то, чтобы проигрывать, потому что проигрывать приходится очень часто. Трудно-трудно будет, потому что вы незаурядная личность. Счастья вам и удачи. Спасибо. Сейчас нужно начинать отправлять СМС с цифрой 7 на номер 1819 или звонить по телефону 8 803 333 4907. Поддержите молодой талант. Ярослав Дронов.